Ребят, всем ку! Всех приветствую! Сегодня поиграем в игрульку под названием «Зараженный». Давно хотел в нее поиграть, но единственная проблема была то, что я забыл, как она называется, ну, то есть, как ее найти. Я пытался очень много вписать, типа, выживание, хоррор, зомби, строительство, но, кажется, к сожалению, не нашел. Но вот на днях на нее наткнулся. И давайте смотреть, что она из себя представляет. Я так понимаю, что это обновленная новая карта. Обновленная новая карта. И на этой новой карте она придется выживать. Я ни разу в нее не играл. Так что, что тут и как, я без понятия. Так, удерживайте F, чтобы посмотреть обучение характеристики игрока. Восстановление, ремонт вездехода. Изучите вездеход и узнайте, что требуется для выполнения этого действия. Зажмите E. Хорошо, я и понял. Ближайшие территории. Так, насколько я знаю, насколько я в курсе, то в этой игре нам придется с вами выживать. Строить дома. Получается, на таб я перенес себе инвентарь. Здесь будем строить себе стены, потолки, ступеньки. По-моему, сможем даже выращивать себе еду, если я не ошибаюсь. Так, это у нас тут крафт, правильно? Да. Сможем выращивать себе еду, шить себе, ага, вещи. И единственное, что здесь прикольного, то, что на нас будут нападать зомбаки зараженные. Ну, либо мутанты, либо зомбаки, я так и не понял. И нам придется от них отбиваться. Должно быть интересно. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что из этого получится. Смогу ли я долго выжить в этой игрульке? Не надоест ли она мне после, не знаю, там пару часов прохождения. И будет у нас все хорошо. И не будет она у нас лагать, подтупливать, ну и тому подобное. Так, колесико, хорошо. Идемте отнесем колесико мы к нашему мотоциклу. Давайте немножко ускоримся. Есть, хорошо. Так, на мини-карте вот хрестиком у нас отмечен, такие отмеченные пещеры. Блин, сколько здесь хрестиков. Угу. И каждый раз, когда мы будем к ним приезжать, к этим хрестикам, я так понимаю, нас будет ждать что-то интересное, да? Блин, я не знаю, куда потом ехать. Сейчас мы соберем-то с вами наш квадроцикл. Куда ехать? В серединку куда-нибудь строиться? Ну, типа вот сюда. Просто у меня мышка не захватывает. АБС-ка отключил специально. Наверное, куда-то в серединку. Ну, из серединки сможем потом и съездить и вот сюда. Разведать, посмотреть, что тут находится. И в разные места, правильно? Месторождение вездехода. Фиолетовое. Это что такое? Даже курочки есть. М-м-м, прикольненько. Так, ладно, давайте соберем... Соберем наш байк и дальше уже посмотрим. Так, давайте, наверное, поднимемся на второй этаж. Так, обыскать. Что у нас тут? А, яичко. Прикольно, прикольно. А мы забрали, да? Так, где наша еда? Ага, вот наше яичко. Что мы сможем с ними делать? Мы сможем выращивать из них курочек, либо не сможем. Так, рагу из говядины, фляга. Чистая вода, блин, здесь еще чистая вода. Угу, прикольненько. Вот такой мы домик сможем с вами построить. Это я хочу и сделать. Что это такое? Косточка. Ладно, давайте заберем. Пригодится. Это что такое? Это лампочка, да, так отображается? Угу, хорошо. Все? Пусто. Давайте, давайте. Да-да-да, мы тебя потом поймаем. Давайте дальше смотреть. Ага. Лягушка. Мы лягушку можем поймать? Или оно нам и не надо? Ну, значит, походу, оно нам и не надо. Так, давай смотреть, что тут есть. О, помоечка, косточка. Прикольненько. Хорошо. Из косточки мы, наверное, сможем с вами сделать себе либо нож, либо копье, да? Что-то в этом роде. Так, что это? Винты, винты.
Ага, и шина две штуки. Все, шикарно. Идемте. Как же я давно тебя искал, игруля. Так, что у нас тут находится? Обыскать. Приготовленная рыбка. Угу, вес. Испортится через один день, да? А, или через 2 часа. Испортится через 2 часа. Хорошо. Значит, нужно будет по дороге покушать. Перед тем, как отправляться, нужно будет покушать, чтобы еда не испортилась впустую. И, по-моему, здесь даже можно будет строить холодильник. Но для этого я не помню, нужно ли будет искать чертежи, или мы сможем с вами их крафтить. Ну, то есть, когда, к примеру, добудем с тобой металл и сможем сделать себе холодильник. Вот этого я точно не знаю. Ладно, не будем забегать наперед, как говорится. Так. Нам нужно заправлять? Не, не нужно. Вроде все полное, да? Здесь больше ничего нету. Ничего мы собрать не можем. Вроде нет. Вроде нет. Ну ладно. Давайте, наверное, предлагаю выдвигаться куда-нибудь, наверное, в серединку, где-то здесь. Посмотрим, что это за пещера. Честно, без понятия, что это за пещера и что в ней находится. Может, в пещере мы с вами и начнем наше выживание. Все. Поехали. Потому что нам нужно будет сделать инструменты. Так, тихо. Это что такое? Стопэ. Это у нас тыковка. Угу. Собрать и уничтожить. По-любому собрать. Так, мы хотели с вами покушать, правильно я понимаю? Вот. И как мне кушать? Ага, съесть. Все, мы пить хотим, да? Попить. Ой, как вкусно. Все. Все хорошо, жесть. Жесть, жесть, жесть. Да, как вкусно. А можно ли мне палка? Камушек. Так, изготовить каменный клинок. Ага, прикольно. А если мы положим палочку и положим каменный клинок? Неподходящие чертежи, да? Так, каменный клинок изготовить. 2 штуки есть. Хорошо, из костей что мы сможем сделать? Неподходящий. Ладно, это что у нас такое? Во, инструмент для улучшений. Прикольно, это еда. Так, ага, нам нужен будет катана. Плюс один. Ладно, ладно, это все, конечно, интересно. Давайте, наверное, будем с вами этим заниматься на нашей базе. Так, кто это? Ага, это животные, я их не поймаю. Пробуем, наверное, по дороге смотреть, мало ли, может, тут что-то будет интересное, и мы с вами что-то сможем собрать. Может, даже какие-то и семена будут. Конечно, не факт. И я не знаю, можно ли просто пить с этого, как его, с речки. Река ли это, либо это море? Что это такое? Я пока без понятия. Так. Кевлар. Ага, прикольно. Уголь. Это надо, хорошо. Так, что мы сможем положить? Давайте клинок положим, да? Блин, как же ж мало места, ага. Как же мало места, ладно, давайте косточку. Кевлар, зажигалка пусть будет, палочка пусть будет, уголь сюда, винтики вот сюда. Все, а это что такое? Семена тыквы, блин. Семена тыквы это хорошо, сможем посадить с вами тыкву. Все, отлично, поехали дальше. Не знаю, стоит ли собирать камушки по дороге, я думаю, в принципе, камни должны быть, правильно ж? О, еще тыква. Еще тыква, тыкву я заберу. И да, я без понятия, через какое время на нас будет нападать зомби. Либо зараженные, либо зомбаки, кто в курсе, скажите мне, через какое, типа,
промежуток времени я это буду делать. Так, одуванчики сможем собрать? Нет? Не сможем, да? И здесь не сможем. Так, что это? Камушек. Ладно, давай пару штучек заберем. Пару штучек заберем. Здесь у нас с вами вроде тоже пусто. Хорошо, поехали. А ехать нам... Ой, ехать нам еще и ехать. Ладно. Так, если застрял вездеход, нажмите П. Хорошо. Но лучше бы ТТТ нажать бы. Так, здорово. Как оно? Что в тебе есть? Ага, веревочка. Шикарно. Поехали дальше. А в тебе есть у нас... Есть железная руда. Тоже вроде хорошо. Тоже вроде хорошо. Лягушек мы поднять с вами не можем. Да и в принципе, думаю, и не надо. Может, они ядовитые. И может, не стоит их трогать. Так, нам сюда нужно. Поехали. Ля, что это? Стой, кто? Кого? Ну погоди. Ну барашка. Блин. Сколько мяса убежало. Так, а как мне дерево собрать? Или мне не надо собирать? Мне ж по идее нужно будет, да, потом... Это что такое? По-любому потом ворона собрать. Ля, перышки собрали, да? Да. Отлично. По-любому ж нужно будет здесь сделать как-то топор, наверное, чтобы добывать древесину. Давай, дави, дави, дави. Задавил? Скажи, что задавил. Понял, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Курочка росомаха, да, у нас? Стопы, 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 стопы. Если оно подсвечивается так, значит, можно собрать. Да, собрать. Огурчики. Во, у нас с вами есть тыковка и огурчики. Сможем сделать себе маленькие огородики. На первое время, я думаю, нам хватит. И опять же, если вернуться к рассуждению по поводу мутантов... Как часто они нападают и с какой периодичностью. Вот это я без понятия. Так, стоять, 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 стоять. Дай сюда. Не-н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 е. Все, я собрал. Да, а здесь... А, все, я не могу, да, тыковку больше поднять. Понял, понял. Ну и ладно, ну и ладно. Ну и ладушки, поехали. Так, куда нам ехать? Нам сейчас, получается, налево нужно будет повернуть. Налево, налево, налево. Если бы еще знать бы, сколько... Бензина жрет наш с вами велосипед. Было вообще хорошо. Или мы сможем срезать? Да, давайте, наверное, поедем по прямой и срежем там. Так будет быстрее. Чуть-чуточку будет быстрее. Не знаю, правильно я делаю или неправильно. Может, там что-то интересное нас будет ждать. И да, тут перед началом игры, когда вы... Начинаете, там есть настройки. Там и настройки. Я себе в настройках поставил только одну вещь, чтобы мутанты не могли ломать мои здания. Сейчас объясню почему. Мне всегда во всех играх, даже остановлюсь, не знаю, слышно мне, не слышно. Мне всегда во всех играх напрягало, когда чувак подходит, к примеру, зомби к такому толстому дереву и бьется головой, и так мозги, мозги, и он ломает вот этот кусок дрына. Так что я таки извиняюсь, но я за реалистичность. Зомбаки не смогут головой сломать вот такой кусок дерева. Если ты мне докажешь обратное, мало ли кто-то будет, будет смотреть. И такой, нет, я смогу головой разбить вот такой кусок полена. Так что сними видосик, скинь мне в телегу. И я начну игру заново.
в режиме, что зомбаки смогут его ломать. Надеюсь, мы договорились, да? Ква-ква. Так, ну так вроде все. Так вроде все. Все стоит по стандарту. Просто реально я не понимаю этих вещей. Это что такое? Когда кто-то кусок бревна ломает своей башкой. Конечно, если это не Халк, то тогда претензий нету. Блин, как же долго туда ехать? Карта просто огроменная. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, если мы будем с вами путешествовать, это сколько нам нужно будет бензина, еды и воды. Ну, до этого нам, наверное, еще рановасенько, да? Сейчас направо надо будет. Сейчас надо будет повернуть направо. Так, олень, хорошо. Во, вот тут направо. А главное не забудь сейчас выйти и посмотреть, сколько мы использовали с вами огурчик. Огурчик я заберу, сколько мы с вами канистры, это как его, горючка использовали. Мы даже можем сейчас заглянуть. Топливо, ага. Почти половинку, да? Понял. Почти половиночку. Ну да, если посмотреть на расстояние, то согласен. Что у нас так быстро топливо заканчивается. Ну, спасибо и на том, что нам дали в начале транспорт, куда мы сможем отправиться и начать наше выживание. Честно, я даже не знаю, сколько делать серий конкретно по этой игре и по сколько минут. Потому что я так понимаю, что у нас тут часа 2-3 уйдет на лутание, к примеру, на добывание дерева и тому подобное. Посмотрим, может я буду делать как. Записал серию, пофармил, и на следующую уже мы там с вами с готовыми заготовочками будем продолжать. Так, камушков много, это хорошо. Не знаю, только камушки восстанавливаются, хотя, наверное, навряд ли, да? Надеюсь, здесь будет какая-то горнодобывающая шахта, и мы сможем с вами добывать и камень, и железо, и уголь, и так далее. Блин, вот эти вот звуки у меня иногда в правом ухе. Рычание. Вот я думаю, это у меня мопед разваливается, или тут зомбаки бегают. Так, главное сейчас не проехать это все. Главное сейчас на перекрестке не проехать, стоять. Это что такое? Это что такое? Это тыковка. Так, ребят, ну сами понимаете. Сами понимаете, да? Уничтожить. Уничтожить. Да. Все. Да не доставайся ты никому. Так, едем, едем, едем на перекрестке направо. Интересно, что это там за пещерка такая будет. Ну там вроде рядом и речка есть. Мы сможем с вами, я надеюсь, и рыбку половить. И сделать какой-нибудь, не знаю, там мини-бассейн. Думаю, могли с вами принимать. Тихо. Принимать ванну, пока здесь мы с душ не сделаем. Блин, это мне нужно будет ограждать забором полностью все. Плавают ли зомбаки? Ну, то есть вы понимаете, о чем я, да? То, что я на левом берегу, а зомбаки на правом. Смогут ли они переплыть? Так, смогут ли они переплыть? Ага, ну я почти рядом. А как мне попасть? Ага, понял. Я не туда. Не туда заехал, можно переехать, понял. Все. Тихо, тихонечко.
Так, не хочу проверять, есть ли текстуры у деревьев. Мало ли, может, наш железный конь ломается. Так вот, к теме зомбакам. Мне интересно, будет ли они переплывать реку? Нужно ли будет там... Да. Ко-ко-ко. Нужно ли там делать ограждение, либо не нужно? Блин, прикольная дорога сделана. А здесь пещера, да? Направо получается. Вот тут где-то пещерка. Правильно? Да. Так, давайте заезжать, давайте смотреть. Ага, вот ты где. И это пещерка? Ну все, я на месте. Вот это по-вашему вот эта вот пещера? Или это ша, или... Так, у нас 11 тыквы. Хорошо, давай уничтожи, чтобы она не мулила нам. Уничтожить, да. И давайте смотреть, что у нас с вами с еды там может пропасть или нет. Испортится через 7, испортится через 15 минут. Так, хорошо, давайте скушаем. Тыкву скушать. 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 Это огурчик. А у нас семена огурчиков остались. Бай, да, есть. Так, давайте скушаем огурчик. По идее, с помощью огурчика мы тоже сможем удалить немножко жажду. Все, хорошо. А я таки извиняюсь, а где пещера? А где пещера? Где пещера? Или я что-то не понимаю. Где тут пещера? Что, мне куно покажут какое-то или нет? Или не покажут куно? Так, бонжур. Есть кто-то дома или нету? И что нам дает эта пещерка? Так, теперь вы можете исследовать мир на отремонтированном транспорте. Сперва подыщите место для строительства базы, затем изготовьте и разместите там межевой знак. Чтобы начать стройку, откройте карту, можно с помощью межевой знак, с помощью М открыть. А как мне межевой знак сделать? Нет, так. Я не знаю, как мне делать межевой знак. Без понятия. А мне обязательно в пещере строиться или как? Или где, или кто? И что такое межевой знак? И смогу ли я попить с калюжи этой? Так, грибы. Собрать. Ага, интересно, интересно. Так, а я смогу ли здесь с вами... Так, крыша, ступеньки, двери, двери, двери. Стеклянная, деревянная дверь. Деревянная дверь. Смогу ли я здесь дверь установить? Ну, походу, да, смогу, да. Походу, смогу. Только нужно посмотреть, смогу ли я здесь стенку сделать. А нужно ли нам тут стену делать? Мы будем в пещере с вами жить. Блин, смотри, сколько всего интересного. Арбузик даже есть. И лучок есть. Да ты шо? Блин, ребят, я даже не знаю, стоит ли нам... Что такое межевой знак? Что, где он находится? Так, фундамент, объекты, верстаки, хранилище. Ящик для хранения, ящик для арбузов. Ящик для арбузов. Можем собирать с вами арбузики. И строить, да? Как в Расте можем здесь сделать. Так, погоди, а сможем ли мы здесь сделать с вами фундамент? Фундамент. Да, прикинь, я могу в пещере фундамент себе делать. Могу делать себе фундамент в пещере. Так, только там, по-моему, как-то... Зажми
X как-то зажать, и я могу его вниз, вверх, да? Во, смотри, может мы с вами защьем все фундаментами? Как вам такая идейка или нет? Я же все равно в той или иной степени записываю ролики для зрителей. И мне как бы интересно и ваше мнение. Может, мы фундаментом все защьем? Поставим тут дверь. Поставим тут дверь. А, здесь я уже не могу, да? Или могу? Почему не могу? Почему-то не могу. А вот тут могу. Может, реально заставим фундаментами и этот, как его? Дверку тут поставим. Так, а ну если раз. Так, здесь у нас будет считаться, что фундамент или нет? Или будет считаться, что это. А как уничтожать? Как уничтожать? Строить это понял? Оружие понятно, еда понятно. Строить фундамент. А как мне, к примеру, когда я построил, разломать это все? Как мне добавить материалы? Что мне нужно? Бревна 4, доска 6. Ага. Нас этого еще пока мест ничего и нету. Ладно. Давайте возьмем наш вездеход, загоним его в пещеру. Загоним его в пещеру. На всякий пожарный. Он у нас как раз будет вот тут стоять. Все, ты ж тут никому мешать не будешь. Я думаю, никому. Умничка. Так, а мне для этого нужно сначала сделать инструменты. Как мне сделать инструменты? Объекты, что это такое? Так, строительство в радиусе межевого знака. Что такое межевой знак? Как мне сделать межевой знак? Так, еда. Другие деревянные окна. Ага, межевой знак, дорожный знак. Мне нужно сделать межевой знак, да? А мне обязательно его сделать здесь, здесь? Или мне нужно его сделать, получается, в этом, как его? Конкретно на дороге. Так. Межевой знак, чтобы начать стройку. Открыть карту можно с помощью межевой знак. Блин, я даже не знаю, куда его и ставить тут. Ладно, давайте поставим его пока мест куда-то вот сюда. Он же тут никому не мешает, правильно? Нет, места лучше дома, согласен. Так. Введите название, введите название. Ага, видите название, видите название. Давайте пока вместо названия мы с вами не будем торопиться. Пока вместо названия мы с вами не будем торопиться. А потом уже что-то как придумаем и на. Прикольно, звуки такие. Звуки прикольные. Ой, а это что такое? А, это в каком радиусе я могу строиться, да? Правильно я понял? То есть дальше вот этого вот красного знака я не могу строиться. Прикольно. А он всегда будет светиться красным? Если б да, то я бы не хотел бы, чтобы он так светился. Так, а если я на меню-карту нажму? Вот, у нас что-то с вами появилось. Хорошо. Показатель шума 0, показатель света 0. Давайте пока мисс, введите название, сделаем пока мисс 1, 1. Все. Это что такое включить, выключить показатель шума? Так. А здесь включить, выключить
Все, я же отключил, правильно? А, да, отключил. Все, прикольненько. Так, пусть пока будет 1-1, потом придумаем название с вами и переименуем. Блин. Как же все-таки громко. Знаете, в чем проблема? Я не знаю, как тут нужно крафт. Мне нужен крафт, только как мне его сделать? Так, каменный нож. Нет, мне нужен, знаете что? Что мне нужен? Мне нужен топорик, да? Правильно я понимаю? Что мне нужен топорик? Либо неправильно я понимаю. Оружие. Угу. А я могу взять в руки? Или не могу взять? Так, ладно, давай возьмем палочку. Давай все. Так, собрать одна палка, задание. Открыть инвентарь или что мы тут? Так, восстановление и ремонт вездехода есть. Изготовьте каменный топор, изготовьте каменный клинок. Откройте инвентарь, нажмите на значок ремесла в виде молотка и наковальни. Для изготовления каменного топора перетащите на стол камень и палку. Доступны рецепты для изготовления предметов. Можно посмотреть в справочнике вкладка строительства. А, ага. Молоточек, хорошо. Палочка. Есть камушек. Есть. И что? Нет, нет. Так, разделить, хорошо. Может, по одной штучке нужно это сделать? Во, во. Ребят, каменный топор, отлично. На колесико мышки у нас с вами. Каменный топор. Давайте посмотрим, как это все работает. Как это все работает. К примеру, на этом дереве. Тут как в расте не будет отмечаться? Нет, не будет. Во, прикольненько. Бревнышки, да? Так, собрать. Ага, мы даже палочки можем с вами делать. Ля. Угу. И бревнышки можем с вами поднять. Ну что, могу? Классно. Да, наверное, давайте мы с вами сначала положим здесь. Сделаем, к примеру, здесь дверку. Сделаем здесь дверку. И поживем с вами, пока здесь. Так, кто-то ходит. Поживем с вами в пещерке, а потом уже разберемся. Может, где-то здесь мы с вами и построимся. Там по-любому где-то огородик будет. Здесь, может, наш домик. Ну и так далее. Так, давай сюда. Давай сюда. И давай смотреть, что еще осталось. Эти тыквы я пока собирать не буду. Я думаю, нету смысла, да, этого делать. У нас вроде с вами еда есть. Блин, лучок прикольно. Лучок прикольно. Блин, вот лучок бы я забрал бы, чтобы он не пропал бы. Собрать. Так, что у нас с вами тут есть? Росток лука. Кусочек коры. Давайте сложим кусочки коры. Так, тоже сюда. Нет, пока месть пусть будет. Палочка нам. Палочку мы тоже уберем. А эти штуки. Эти штуки мы сможем с вами выбросить, к примеру. Да. Что мы сможем сделать? Собрать, уничтожить. А длинные палочки мы с вами из них не сделаем или сделаем. Все, неподходящий чертеж. Почему? Что не так? Говорится, что не так? Почему мы не сможем сделать? Ага, я понял, значит, мы сможем сделать из тебя костер. Ладно, ладно, давай смотреть по поводу объектов. Так, верстаки, еда, костер. Костер, наверное, мы с вами поставим где-то. Что это такое?
Где-то давайте сюда. Что случилось? Что? Кого? Что такое? Кто это? Почему? Что? Я так и не понял. Это из-за того, что я нахожусь в пещере, а здесь радиация или что? А, это меня кто-то кусает, да? Меня кто-то начал кусать. Это скорпион. Ты гляди, ля. Ах ты, падла, еще, да? Ах ты, падла, еще скорпион. Блин. А мне никто не говорил, что будет настолько все печально. Так, дрова. Дрова, дрова, дрова. Хорошо, давайте собрать. Ага, и палочки даже есть, обычно выпадает. Прикольненько. Костер. Все. Окей. Камушек. 0 из 10 нам нужен камушек. Сколько мне камушек? Не-не-не, куда ты? А камушков у нас с вами ничего нету. Блин, мало здоровья. Сырое мясо. Съесть. Съесть. Давайте съедим. А как мне здоровье восстановить? Как мне восстановить здоровье? Это таблетки нужны какие-то? Да, съесть, хорошо. Рагу из говядины. На здоровье плюс 50. Все, пусть так хотя бы будет. Так, нам нужны камни, ребят. Нам нужны камушки. Я камушки я смогу с вами сделать из каменного топора, правильно? Но для этого мне нужно хотя бы маленький камушек. Для начала. Не знаю, нужен ли тут сон нашему персонажу. Если да, то ладно. Сделаем потом кровать. Но мне нужны обычные маленькие камушки. Где я смогу их достать? Почему у меня горит этот индикатор? Почему у меня горит этот индикатор слева внизу? Что он от меня хочет? Блин, у меня здоровье уменьшается. Что такое? Неужели я сейчас откисну? Алло, игра. А если я откисну, это типа я все заново буду начинать? Тут сохранялки нету, правильно понимаю? Угу, интересно, идемте туда в пещеру. Идемте туда в пещеру. Где пещера? Давайте решать как-то этот вопрос. Что я могу сказать? Это все печалька. Мы еще не успели начать. Это что? Это камушек. Хорошо. Говорится, еще мы не успели начать. Мы уже с вами откисаем. Так, давайте нажмем. Ага, фу-фу-фу. Что хотите? А ну да, попробовать. Enter. Прикольно, прикольно. Мы с вами появились. Ага. Мы с вами появились конкретно на этом месте, где мы были. А наша лачуга находится непонятно где. Угу, ясненько, ясненько, понятненько. Так, ребят, давайте, наверное, предлагаю, что сделать. Тут сохранялка вообще есть? Сохранить. Сохранение, да, тут сохранение есть. Так, я вам предлагаю, знаете, что сделать? На этом, в принципе, серию закончить. Сейчас я без записи переиграю этот момент. Обратно доберусь, получается, до нашей пещеры. Потому что пешком я туда явно не дойду. Нужно было проверить, как это все работает. Доберусь до нашей пещеры. И с того момента, как я, к примеру, там сделаю себе молоточек и топорик, уже начну следующую серию и попробуем с вами построить себе костер.
сделать пропитание. Наверное, в пещеру я так сильно заходить не буду, потому что гребаные скорпионы. Придется пока весь на улице готовить, да. Я так и не понял, как мне восстановить, к примеру, здоровье. Аптечки, да, нужны будут какие-то. И будем с вами потом... Что это такое? Технология холодильника закрыта. А она будет у меня открываться по ходу или нет? Или это типа мне нужно будет с вами что-то где-то искать, либо крафтить, либо что-то делать. Так, объекты, верстаки. Что это такое? Стол химика. Ткацкий станок. Верстак. Вот, наверное, на верстаке, да, мы сможем с вами добывать, наверное, некоторые... Некоторые эти, как его, чертежи. Если да, металлические ворота, это хорошо. Деревянные ворота, это тоже хорошо. Если да, то будет прикольно. Если нет, то я тогда не знаю. Так, все. Всем тогда до потом. Всем мур-мур. Я пошел переделывать заново нашу игрульку. И уже услышимся, увидимся. И да, кстати, как вам начало игрульки? Вроде неплохо, вроде можно попробовать пройти. Согласны? Посмотрим, пару серий запишем, что из этого получится, а там уже, кажется, будем посмотреть. Все, ребят, всем пока-пока.